Когда мне было 7 лет, мой отец занимался мотокроссом. И в 10 лет он посадил меня на кроссовый мотоцикл, это было во Владивостоке. В это время я случайно нашел в парке дёрты и на папином кантринике в первый же день их долетал. После того, как мы переехали из Владивостока в Москву, у нас украли все мотоциклы. И какое-то время мы не катались вообще, где-то года 3-4. Так сложилось, что в 2014 году с ребятами, со своими друзьями я поехал в Крым. Я влюбился просто с первого спуска в даунхилл. И спустя 2 недели я узнал о том, что здесь будет гонка «Кубок России». И я, недолго думая, собрал все свои вещи и прилетел сюда. Познакомился здесь с очень крутыми ребятами и ровно неделю раскатывался перед гонкой с топами России, с чемпионами. В тот момент я понял, что у меня это очень хорошо получается. Главное там, научиться себя сдерживать, не валить на все деньги, чтобы не так много падать. Знаешь, по движению тела, по тому, как работает байк, по моим чувствам, по моей интуиции, я понимаю, что я прям создан именно для гонок. И я чувствую, что кайфа больше я получаю именно от гонок, от лютых траекторий и от того, как быстро я могу читать трассу, читать каждый камушек, каждый корень и успевать очень быстро работать этими глазами.